Разрабатывается проект по утилизации твердых бытовых отходов. Программа Европейского Союза направлена на развитие компетенций студентов в области управления отходами и применения инновационных методов обучения. В семинаре приняли участие профессора Казахского агротехнического университета имени Сакена Сейфуллина и Кустанайского университета имени Ахмета Байтурсынова. Кокшетауский университет имени Шокана Уәлиханова участвует в уникальных проектах Европейского совета с 2015 года. В настоящее время вуз работает над программами «Темпус-4» и «Эрасмус-Мандус». Все три из них направлены на совершенствование и модернизацию образовательного процесса. Учебное заведение заняло 5-е место среди 133 вузов Казахстана. Хочу отметить, что данная образовательная программа выполнена таким образом. Мы уже имеем образовательную программу по экологии бакалавриата и образовательную программу другую по экологии. В программе бакалавриата имеются основные или базовые дисциплины, такие как обращение с отходами, сбор, сортировка отходов и так далее, классификация отходов. Это мы преподаем у бакалавриата. Обеспечение достойной подготовки кадров в рамках программы системной реализации международных научных проектов – главная задача. Участники собрания поднимали вопросы взаимного обмена опытом преподавателей и студентов в вузах-партнеров. Наш семинар является заключительным внутри казахстанских тренингов. Еще у нас запланировано, как уже говорила Гульмира Калмашевна, один выездной и один тренинг-прием наших экспертов вузов, то есть вузов из Риги и Сталина. Какой вуз примет, это уже, наверное, мы коллегиально должны решить и отослать решение наше. Развитие перерабатывающей отрасли – актуальный вопрос. На семинаре были обсуждены проблемы утилизации твердых отходов, улучшение экологической обстановки, активизации работы в данном направлении. Александра Гауэр, Салтанат Таукиева, Алишер Шакубаев, Кокши Акпарат.